Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Недавно мы с вами обсуждали тему, как понять, ваши вина домашние хорошие или не очень. И я вам предлагала сравнивать их с магазинными винами. Конечно, много было комментариев, что да, вот мои вина лучше, мои там класснее. Но вообще сегодня давайте порассуждаем на тему, вот как бы в продолжении, да, какие же вина лучше, домашние или магазинные. Вообще касательно домашних продуктов, я думаю, что большинство людей, кто пробовал, кто сравнивал, согласится с тем, что домашние продукты лучше и вкуснее. Домашнее мясо, если оно качественно выращено, да, если курочка бегала по двору и клевала зернышки, кушала травку, если свинка ела там травку и много-много чего еще, ну, это совершенно другое мясо, чем то, что мы покупаем в магазине. Вот в магазине курица, она реально, ну, как трава. Выпечка, ну, много-много чего. Молоко тоже несравнимо. А домашнее лучше. И, казалось бы, очевидный вывод, что и домашнее вино будет лучше, чем магазинное. Но вот здесь не все так однозначно. И даже я бы сказала наоборот. На самом деле домашнее вино у нас, под нас я имею в виду постсоветское пространство, имеет вообще крайне плохую репутацию. Для многих ассоциация с домашним вином — это что-то нереально сладкое, нереально кислое, нереально спиртуозное. Почему? Потому что культура виноделия, к сожалению, у нас нет. Она у нас только-только зарождается и только-только пытается встать на ножки. И то очень слабо. Я как бы вот в данном случае точно знаю, о чем говорю. Я вижу комментарии, я вижу, что часть людей с пеной рта доказывают, что без воды вино будет плохое, без сахара вино будет плохое. Вы вообще ничего не понимаете, пейте свой уксус, а мы вот самое классное виноделы. Ну, опять же, переключимся вот немножко на такое бытовой уровень. Я не знаю ни одну хозяйку, которая бы говорила: давайте в котлеты добавим батона и побольше вообще батона, не надо в котлеты жалеть. Побольше, побольше, тогда это будут классные котлеты. А без батона котлеты не сделаешь. Ну, может быть, без батона котлеты... Не, сделать их вообще можно, это будут классные мясные котлеты. Мы можем добавить батона чуть-чуть, чтобы там склейка была лучше и так далее. Но нормальная хозяйка, которая делает для себя вкусно, она не будет добавлять примерно столько же батона или еще больше в котлеты. Ну, такое возможно было, когда у нас были голодные 90-е годы, когда у нас продуктов не хватало, да, и мы были вынуждены что-то добавлять, чтобы, ну, все-таки нам было чего покушать. А в принципе, с виноделием такая же штука. Вот все эти народные рецепты с водой, с сахаром, чтобы побольше, ну, я не могу утверждать точно, но я так предполагаю, что они вышли оттуда, когда вино делалось не для того, чтобы было вкусно, а для того, чтобы его было побольше, чтобы оно там по голове ударяло, ну и так далее, и так далее. И винограда того же было мало. Ну, слушайте, это осталось в прошлом, и давайте как-то немножко по-другому на это смотреть. Так вот, возвращаясь к домашнему вину, да, вот есть вот такое а-ля вино. Ну, грубо говоря, это, давайте называть вещи своими именами. В винодельческом мире это шмурдяк, ну, я называю это ласково спиртосодержащий напиток винный, да? Но не вино. Вино все-таки оно требует других технологий, других подходов. То есть вот мы уже подбираемся к каким-то более-менее нормальным критериям сравнения. Ну, давайте разбираться дальше. Существует мнение, что домашнее вино, конечно, очень сильно уступает магазинному, потому что вот домашнее оно там в неконтролируемых условиях, неизвестно как сделано, а вот заводское вино, оно там все по правилам, конвенциональный подход и так далее, и так далее. Стоп, стоп, стоп. Вот давайте определимся опять же, что мы сравниваем. И в так называемом магазинном вине, вообще во всем мировом виноделии, есть два подхода. Ну, там чуть больше, да, но есть конвенциональное виноделие, где много чего добавляется, много процессов контролируется, да. Есть там органика, немножко имеет свое направление, есть биодинамика, которая имеет тоже немножко свое направление, и есть натуральное направление. Эти вина, они тоже попадают на полки магазинов.
И они как бы магазины, да? Но они также сделаны без добавок. Что, они плохие? Ну, их мир оценивает. Проводят роу-ярмарки, кстати, в Великобритании вот ежегодно проводятся эти ярмарки, и это тренд мировой, и, ну, то есть, опять же, да, они это делают, и на это есть спрос. С другой стороны, в домашнем виноделии никто нам не мешает применять конвенциональный подход. Да, оно как бы называется сейчас немножко по-другому, гаражное виноделие. Но в принципе это тоже домашнее виноделие, и там можно применить те же подходы. И на сегодняшний день на самом деле, ну, особенно если немножко мы свободны в средствах, нет никакой проблемы сдать свое сырье в лабораторию, проверить. Нет никакой проблемы измерить там сахар, даже титруемую кислотность, pH. Вообще. Нет никакой проблемы купить серу, культурные дрожжи, подкормки и еще некоторые вещи. Нет никакой проблемы купить нержавеющую емкость с плавающей крышкой, даже там с температурными регуляторами. Если финансы позволяют, то в этом нет никакой проблемы. И даже дома, условно, да, можно применять вот этот конвенциональный подход, тем более, что литература на сегодняшний день доступна, тоже вагон. И почитать книжки, почитать технологии, ну, вообще не проблема. Другое дело, что, ну, в домашних условиях, да, мы работаем с малым объемом. Производство работает с большим объемом. А теперь самый главный вопрос, что лучше? Ну, любое массовое производство и мелкое производство, они всегда будут отличаться в сторону мелких, если мы говорим о качестве. Потому что в мелких кое-что гораздо проще проконтролировать. Даже представим себе, у меня участок, ну пусть будет гектар. Но если у меня есть свободное время, я могу ходить там каждую свою лозочку, обхаживать листики у нее, обрезать, ягодки гнилые вырезать, использовать там биоподход и так далее. Я знаю, что завтра будет дождь, я пошла быстренько срезала ягодки. А теперь представьте, что у вас десятки и сотни гектар. Да, у вас есть техника, но разве вы можете уделить внимание такой винограднику? Но ответ очевиден. Конечно, есть хозяйство, и в принципе, то есть я слышала о таком подходе, когда ну, чуть ли не каждой лозе ставится GPS, ну, какой-то датчик GPS-привязка, и там все можно смотреть, как она развивается, как там, ну, все-все-все, да? Ну, понимаю цену. Это очень дорого. И далеко не каждое винодельческое предприятие может себе это позволить. Более того, не все винзаводы работают на своем сырье. Многие просто закупают. Вот что им привозят, то они и закупают. Ну, может быть, по разной цене. То есть понимаем, да, если мы говорим о качестве, что качество, оно тоже может быть разным. И какой бы ни был прекрасный Мерседес, выпущенный на конвейере, да, есть еще, кто там, Rolls-Royce, ну, вот из таких автомобилей, которые ручной сборки, которые стоят гораздо дороже, ценятся гораздо дороже, да, ну, понимаете. Дальше идет разговор о том, что вот в домашних условиях невозможно проконтролировать все процессы, невозможно соблюсти чистоту. Ну, на самом деле, вот если мы работаем с небольшим объемом, у нас есть некоторые ресурсы, мы их можем себе создать, то мы можем проконтролировать как раз-таки очень-очень много. В маленьком объеме гораздо проще поддерживать температуру. Даже касательно той же гигиены, ну, мы можем сходить и 200 раз помыть руки. Вплоть до спиртом обработать, антисептиком и прочим-прочим, да. Если мы давим виноград ногами, мы можем к этому подготовиться и там вышировать наши пяточки до состояния попки младенца и вычистить ноготочки и все остальное. Хотя были люди, которые там мне все рассказывали, что там грибок и еще что-то прочее-прочее. И я, кстати, показывала фотографии, если найду, вставлю. Ну, это промышленное виноделие, и там чан с виноградом, и несколько мужчин босенькими ножками это топчут, взявшись так за плечики. И буквально недавно тоже в книжке читаю, что в
При производстве портвейна вот есть такая традиция давить виноград ногами. Конечно, может быть, не на всех виноделиях, но я думаю, что даже книжка примерно 2000-х годов, я думаю, что и сейчас на некоторых виноделиях это сохранилось. Традиция, значит, большой чан, 5 или 7 мужчин выходят топтать этот виноград. Взявшие за плечики, вот они топчут, когда они устают, их сменяют следующие, потом следующие, потом следующие, и все это длится 36 часов. Вот это все топчется. Вы нормально себя после этого чувствуете? Ну, я, честно говоря, нормально. Ну, вот вам, пожалуйста, это промышленный подход, да. Как бы, и если говорить о гигиене, так вот я могу ножки свои там много-много раз вымыть. Как они моют ножки? Ну, я не знаю. Конечно, моют. Ну, я уверена в этом. Но разница другая. Дальше, я уже заикнулась об этом. В промышленности есть цель. Это максимальное извлечение прибыли. Это нормально. Так вот, опять же, читая недавно технологии, вот наш стандартный прием брожения на мезге. И вот в этой книжке говорится о том, что брожение на мезге – это дорого. На некоторых предприятиях стоят огромные чаны, сверху кладется досочка, идет человечек, и все это мешает. Опять же, да, про гигиену вспомним. Вот это вот. Дома нельзя подержать. Извините, у меня дома ведерко небольшое стоит. Я аккуратненько подошла, помешала. А вот там человечек, ходя вот в этих парах, он может и плюхнуться. Ничего, все нормально с гигиеной, да? Понимаете? Так вот, опять же, это дорого. И начинают применять другие технологии. Там есть подогрев, термические различные обработки. Вина получаются не такие, да, они получают богатую окраску, но они уже будут не такие бархатистые, тра-та-та-тра-та-та. То есть качество у них другое. Но в промышленности, им надо быстро произвести, получить прибыль. Дальше. Вопрос добавления сахара. Он разрешен законодательно в многих странах. По-моему, на 2% можно поднимать спиртозность, если, к примеру, виноград не дозрел. И, конечно же, промышленность этим пользуется. А в прошлом году я вам рассказывала, что если виноград не набрал сахара, мы можем сахар не добавлять, мы можем наш виноград поместить в определенную температуру на определенное время и таким образом повысить этот самый сахар, еще и понизить кислоту и, в принципе, там немножко другие процессы дозревания. А будут ли применять такой подход в промышленности? Нет. Почему? Потому что это дорого. И вот смотрите, промышленность сыпет сахар, а при этом увеличивает свой объем. Я свой виноград нагреваю, при этом уменьшаю свой объем. Испарение воды так или иначе идет, даже за пару дней все равно немножко объем уменьшается. Качество этих вин, вы понимаете, оно разное. И даже промышленность не грешит иногда такими добавками. Можно поискать в гугле сахарные скандалы во Франции, когда в некоторых небольших деревеньках в определенные сезоны продается сахар. Дело в том, что для виноделин есть налог на сахар. А там начинают продаваться какие-то нереальные количества на чуть ли не 20 жителей. И тогда жители деревни начинают рассказывать, как активно они варят варенье и ставят компоты. Мы же все прекрасно понимаем, что это для винодельни. Добавляется сахар, повышается объем. Ничего страшного в этом нету, но качество другое. Так вот, какое вино лучше? Вот это или вот это, да? Понимаем. Немножко порассуждаем еще. Смотрите, мое вино начинает портиться. В принципе, я понимаю, допустим, что что-то пошло не так. Очень жалко, но я могу себе позволить это вылить. А теперь представьте, если вино портится на производстве. Его, конечно же, будут спасать и реанимировать любыми возможными способами. И невозможными тоже. Можно почитать, опять же, где-то в учебниках, как вина спасают, как борются с определенными вещами. И, например, по-моему, это когда идет железный касс, может быть, я ошибаюсь, но
А в некоторых случаях, не знаю, разрешено ли это сейчас, но некоторое время назад этим активно пользовались, значит, при определенных ситуациях добавляли в вино такое вещество желтая кровяная соль. Что это за вещество, можно почитать. Так вот, если почитать требования, как ее добавляют, они очень-очень жесткие. Там человек, который работает, он не имеет, ну, жесткие инструкции, он не имеет права кому-то это перепоручить, у него должно быть все хорошо с цветовосприятием. Ну, а вообще это цианиды. Хранится тоже это вещество, тоже должно определенным образом. Понимаете? То есть, если они все правильно сделают, ну да, все хорошо. А если они чего-то немножко сделают неправильно, вот там уже все плохо. То есть, да, они должны проверять, если что-то пошло не так, то такая партия в продажу не уходит. Но мы понимаем, что там работает человеческий фактор. Я думаю, что понимаю. Вот вам и производство. Расхвалила домашние вина, да, но опять же давайте будем объективными и давайте будем понимать, что мы с чем сравниваем. Магазинные вина бывают разные, подходы у виноделин бывают разные. Какой-нибудь Петрюс, для тех, кто не знает, Петрюс — это очень дорогая винодельня, они делают... Конечно, я не пробовала, но я думаю, что обалденно классное вино. А цена за бутылку там порядка тысячи долларов или евро, вот примерно так. Они зациклены на качестве, вплоть до того, что если, например, плохой урожай, они не делают вино вообще. Ну, поэтому оно стоит так дорого. Хотя в их истории был только один единственный раз, когда вот они отказались делать в какой-то сезон вино. Далеко не каждая винодельня себе может это позволить. И давайте говорить откровенно. Я даже не буду себя ставить даже не на одну ступеньку, даже через ступеньку вот с Петрюсом. И точно так же мы понимаем, что наше вино, как бы мы его хорошо, классно, правильно не сделали, виноград наш растет в определенных условиях. И он не будет таким, как во Франции, как в долине Роны, как в долине Луары. Он не будет такой, как в Сицилии, на вулканических почвах. Ну, да, он может где-то по каким-то своим параметрам отставать. И виноград выращен там, и вино сделано там, конечно, может быть лучше. Ну, и это абсолютно нормально, потому что они делают это в других условиях. И тут вопрос не в том, что вот оно там магазинное или домашнее, а вопрос в том, где оно выросло и как оно было сделано. Так какое же вино все-таки лучше, домашнее или магазинное? Ответа на этот вопрос нету и быть не может. Хорошее вино — то, которое сделано честно, да, которое сделано максимально с душой. И да, как бы мы ни старались, мы домашние виноделы, ну конкретно вот я говорю про себя, да, про свой регион, что бы я ни делала, я никогда не допрыгну до Петрюса, я никогда, ну, даже замахиваться не буду и до гораздо более низших вин. Ну, потому что мы просто другие, это невозможно. С другой стороны, мое вино хорошее, да, я знаю, как я его делала. Да, я много себе могу позволить в плане технологий. То, что далеко не каждая винодельня может себе позволить. Да, в плане вот того же повышения сахара, повышения кислоты. И, в принципе, ну, те же лаборатории, оборудование, это все, конечно, классно, но оно классно для больших объемов, а в маленьких мы и так можем справиться. Мы со своими 20-литровыми бутликами можем носиться без конца туда-сюда, переставлять их в нужную температуру, греть их одеялками, если будет необходимо, либо, наоборот, охлаждать вплоть до льда. То есть у нас вариантов для этого много. Но надо понимать, что домашнее вино, опять же, это вино, которое сделано с правильным подходом, со знанием технологий, и сделано честно не на повышение объема,
а все-таки на качество. И когда там сравнивают, что мужичок с грузовичка продает типа домашнее вино в пластиковых бутликах дешевле, чем в магазине, ну, я считаю, ни один здравомыслящий человек не будет продавать свое вино дешевле, чем в магазине. Ну что те, кто вот прошел этот путь, вот, ну, задайте себе вопрос, за сколько вы бы могли продать свое вино? Да не продадите вы его за дешево. Ну, только если вам оно совсем не надо, вот, ну, лишь бы не выливать. А так, это дорого на самом деле, это дорого. Вот сколько стоит год вашей жизни? Чтобы вырастить виноград и сделать вино, нам нужен минимум год. Посчитайте, сколько стоит год вашей жизни, разделите на ваш объем, даже на больший объем, и вот примерно вы получите, сколько это может стоить. То есть, ну, нормально сделанное вино домашнее, как и, в принципе, многие домашние продукты, они никогда не стоят дешевле, чем в магазине, потому что массовое производство, оно всегда дешевле за счет как раз-таки массы, а производство в мелкосерийное, скажем так, в малых объемах, оно всегда будет дороже. Опять же, это законы экономики, это законы рынка. И если вот, ну, там что-то продают под названием домашнее, то давайте тоже быть честными, объективными и здравомыслящими. Ну, есть продукт, есть фальсификат. Точно так же, в принципе, в магазине. Есть вино, да, есть там плодово-ягодные напитки, мы не будем называть их вино. И там тоже может быть фальсификат. То есть мы сейчас не говорим о фальсификате, мы говорим о нормальном продукте. Как магазины, так и домашние. То есть мы не говорим о фальсификате, если это магазины, и мы не говорим о спиртосодержащих напитках, которые делают дома. Мы все-таки говорим о вине, то есть о применении технологий, о применении знаний. И, в принципе, неважно, какой подход. Конвенциональный подход, либо натуральный. И сам по себе вот этот вопрос, какое вино лучше, домашнее или магазины, он вообще некорректен. Надо понимать, что мы сравниваем. Вот классно, классно, если мы вырастили пинонар, мы сделали из него вино, мы пошли в магазин, мы купили какой-то пинонар, мы попробовали, и вот мы можем сравнить, какое лучше, какое вкуснее. Ну и опять же, да, я уже говорила эту фразу, лучшее вино то, которое сделано честно, и лучшее вино будет то, которая вам нравится. Да, я вот недавно рассказывала, что мы сравнивали свои вина с магазинами, и конкретно вот эти экземпляры, ну, скажем так, уступили нашим винам. Ну, я не буду говорить, что все, мои вина лучше, чем магазин. Нет. Они лучше для нас, конкретно для нас, по сравнению вот с теми экземплярами, которые мы попробовали. Но я абсолютно не исключаю, я даже уверена в том, что на полках магазинов есть те вина, которые я вот попробую и скажу, что да, нам еще до этого, ну, как бы идти, да, и что-то мы, может, никогда не сделаем. Выше головы мы не прыгнем, мы работаем в тех условиях, которые у нас есть. Поэтому вот однозначно, что лучше, нет. Нет такого ответа. Лучше то, что сделано честно, то, что сделано правильно, и то, что вам будет нравиться. И, конечно же, нельзя однозначно делать критерии, что магазины — это конвенциональное, домашнее — это натуральное. На полках магазинов тоже могут быть натуральные вина. Не в нашей стране. У нас, я знаю, что в ресторанах точно была биодинамика. Если она на полках магазинов, мне не попадалась. Органика есть. И домашние виноделы, они, правда, себя называют гаражные виноделы, они также применяют конвенциональный подход. То есть это абсолютно вещи неравнозначные. И сравнение, какое вино лучше, ну, это неправильно. Но при этом хочется отметить, что домашние вина – это абсолютно нормальные вина. И многие домашние вина
ничуть не уступают магазину. Нет никакой проблемы сделать вино качественно дома при применении определенных знаний. Даже я вам привела примеры, что наоборот, когда мы работаем с небольшими объемами, когда перед нами не стоит вопрос экономической составляющей, мы, домашнее виноделы, можем себе позволить гораздо больше. Мы можем заменить некоторые химические добавки физическим воздействием, температурой. То есть у нас инструментов гораздо больше. Единственное, конечно, все зависит от знаний, от компетенции винодела, насколько мы можем, ну, насколько мы знаем эти инструменты, насколько мы умеем ими пользоваться. А так возможностей у нас на самом деле гораздо-гораздо больше. Ну вот про все эти возможности, про технологии я рассказываю на своем канале. Поэтому если кто-то пришел первый раз, если вы хотите научиться делать хорошо домашнее вино без добавок, добро пожаловать. Под видео оставлю ссылку на плейлист по домашнему виноделию. Ну, конечно, я сама развиваюсь, да, я сама еще много читаю, я сама еще что-то пробую и делюсь своим опытом с вами. На этом я прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Оставляю полезные ссылки, оставляю ссылку на каталог наших сортов винограда и оставляю наши контакты. И до новых встреч!